Слава Украине! Друзья, я вот только рассказывал о том, что сбили ракету над Киевом, она упала на Куреневке, потом снаряд залетел в дом на Оболонии, еще один снаряд шлепнулся на окружной в Киеве, до этого ракета залетела, калибр залетела в высокоэтажку на Соломенке. Короче говоря, расисты по полной программе обстреливают Киев, и тут бабах, падает ракета .у в центре Донецка. Прямо в центре Донецка, по словам расистов, убивает 20 человек. Что это такое и кто ее послал, и в чем тут дело? Ну, то, что ее послали расисты, это абсолютно очевидно. Объясняю, им нужно сейчас погасить возмущение во всем мире от того, что начали обстреливать уже Киев. То есть они от бессилия, понятно, что Киев они никогда не возьмут, даже если там они 25 кадыровых пришлют, которые будут там сидеть, и Инстаграм, или что он там, ТикТок запиливает в 30 километрах от фронта, а то еще дальше, да, герой, то, понятное дело, Киева им не видать, как своих ушей. Они от бессилия начинают плеваться ракетами. Соответственно, это все вызывает просто жуткое... Я уже молчу, что творится в Мариуполе, там просто геноцид, там порядка 2000 мирных жителей, в том числе детей, убиты. Я подчеркиваю слово «мирных», это не солдаты, это жители Мариуполя. Вот. То расисты, чтобы как-то уравновесить это все дело, решили также плюнуть по Донецку, мол, сказать, посмотрите, хохлы стреляют по Донецку, какой смысл нам стрелять вообще по Донецку? Вот я не вижу ни единого смысла, никакейшего. Нет штурма Донецка, нет ничего. 8 лет по нему вот это последних не стреляли, а тут взяли и выстрелили. Самый удобный для расистов момент, да? Ну, подумать только, да? Когда что-то происходит, всегда ищи, кому это нужно. В данной ситуации тут у расистов две причины было обстрелять свой Донецк, который сейчас фактически принадлежит им. Все довольно просто. Первая причина такой съезд с обстрелов Киева, Харькова, Мариуполя, Сум, Ахтырки. Я могу перечислять долго. Чернигова. И так далее. Это то, мол, хохлы тоже стреляют. Это первый момент. Второй момент. Тот, что сегодня на центральной площади Донецка должен был состояться митинг против насильной мобилизации в фейковую армию этих фейковых недообразований ДНР и ЛНР. Люди прекрасно знают, что их посылают туда в качестве пушечного мяса на убой. Люди прекрасно понимают, что им не выжить в войне с хорошо организованной и работающей как часы украинской армии. И люди вообще не хотят воевать против своей собственной родины, против Украины в составе каких-то бандитов какой-то вообще непонятной страны с названием Россия или как она там называется. Вот. То есть абсолютно очевидно. Первое – это как бы снивелировать обстрелы украинских городов. Второе, предупредить митинг дончан против насильственного этого призыва в террористическую армию ДНР. Вот, собственно, и все, что я вам хотел рассказать. Ракета, естественно, была расистской. Они пульнули по Донецку. Как говорится, с этим жить, но это не первый раз. Они такими вещами, к сожалению, балуются и будут баловаться до тех пор, пока их эта прибабаханная федерация существует.